Эту лестницу в шутку называют «машиной времени». Именно по ней участники раскопок, проводимых на территории Рязанского Кремля, спускаются из века 21-го примерно в век 12-13. В этом сезоне работа в раскопе ведется лишь второй день. И уже сделана первая важная находка – фрагмент стеклянного браслета. Если учесть, что в прошлом году мы находили ежедневно по 10-15 фрагментов, сами понимаете, что это немного. Но, с другой стороны, мы уже вышли в то время, когда стеклянные браслеты еще не были распространены. Поэтому, конечно, сейчас они будут редкостью. Раскопки Переславля-Рязанского ведутся здесь уже 11-й сезон. За это время исследователи углубились на 5,5 метров от современной поверхности. Другими словами, нырнули на 800 лет назад. Не одну тонну земли перебрали старательные участники раскопок. Не один раз они подходили к руководителям с вопросом, что это – обычный камень или осколок амфоры, кость животного или фрагмент древнего украшения. В этой работе самое главное – не пропустить ничего важного, найти в грудах земли кусочек прошлого и отличить его от обычного сора. По словам Владимира Завьялова, эта работа чем-то схожа с работой сапера. Ведь археологи, так же как и саперы, ошибаются лишь однажды. Конечно, их ошибки не столь опасны, но они грозят искажением исторических фактов. В этом сезоне исследователи планируют на западной части раскопа дойти до материка, то есть до той поверхности, с которой началась жизнь в Переславле-Рязанском. Это поможет определить ученым, в какое время город уже существовал, по крайней мере, на этом участке. Также планируется перейти на восточный участок раскопа, а после этого заканчивать работу. Правда, это, скорее всего, случится уже в следующем сезоне.